Еще одна очень яркая пара, причем яркая как в прямом, так и в переносном смысле. И речь сейчас не только о Софье Шевченко и Игоре Еременко, но и об их учениках. Представляют группу Елены Масленниковой, чью постановку и воплощают на льду. Полина Пилипенко и Павел Драко. Очень яркая, очень эмоциональная пара, и тренерский штаб не случайно берет такие достаточно глубокие философские темы для этой пары, потому что, несмотря на свой относительно нежный возраст, по линии 15, 14, даже Павлу 19, тем не менее спортсмены умеют выражать свои эмоции и переживания во время прокатов. Это история, которую только что нам рассказали Полина с Павлом, о крылатой музе творчества и душевных муках творца. Чтобы создать настоящее произведение искусства, порой таланту нужно пожертвовать своим спокойствием или даже жизнью, что мы и видели под занавес выступления.
И честно признаться, второй этап подряд очень нравятся эти спортсмены, а то, как за них переживают тренеры, Соня Шевченко в частности, всячески подкупает. Очень эмоционально себя ведет Софья, стоя возле бортика, и такое впечатление, что теряет за прокат больше калорий, чем сами фигуристы. Но я неоднократно отмечал, что мне очень импонирует, когда спортсмен не полностью сосредоточен на своем прокате, не думает только о технике и как бы исполнить тот или иной элемент, но умело работает с залом и умеет свою энергию донести до публики. И вот второй этап, смотрю за Полиной и Павлом и могу отметить, что в том, что касается раздела эмоций, в этом спортсмены уже сейчас очень хороши. Они не стесняются взаимодействовать со зрителем, они не боятся, что им что-то помешает чисто исполнить тот или иной технический элемент, и их энергетика очень здорово ощущается и за пределами ледовой площадки. А это то, что, на мой взгляд, нарабатывается значительно сложнее, чем какие-то технические вещи, потому что одно дело тренироваться и наращивать собственное спортивное мастерство, и другое умение и иногда даже желание работать с аудиторией, потому что кому-то выступать просто нравится, как в свое время неоднократно говорил Евгений Плющенко, ему просто нравилось соревноваться, а кто-то перед большой аудиторией теряется, и в такой ситуации вывести спортсмена из ступора порой бывает очень-очень сложно. Вот у Полины с Павлом есть желание общаться с аудиторией. И, на мой взгляд, на этом фоне, скажем так, на этот скелет уже можно нанизывать и остальное, и технику, и тренерские мысли, и все остальное. Смотрите, как юные тренеры фактически того же возраста, что и фигуристы. Итак, Полина Пилипенко и Павел Драков получают почти 85 баллов за свой произвольный прокат. Сами не слишком довольны, но это им однозначно приносит первое место. Почти 140 баллов получают они на этом соревновании.